Юбилей независимости – это большой праздник для казахстанцев. Все жители нашей страны внесли и вносят свой посильный вклад в развитие и становление государства. Сегодня состоялась зум-конференция об итогах празднования 30-летия независимости в первом полугодии. К празднованию юбилея независимости в нашем регионе запланированы 137 общественно значимых мероприятий. Осуществляется информационно-имиджевая работа. Также провели проект «Лица независимости», в рамках которого чествовали жители Павлодарской области, которые внесли значимый вклад в развитие страны и региона. Особое внимание уделяется и молодежи. Так, на телеканале ЕРТС каждую неделю выходит цикл портретных сюжетов «Ровесники независимости», направлены на популяризацию достижений молодежи в сфере экономики, культуры, спорта, волонтерства, предпринимательства, общественной жизни. В этом году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева стартовал общенациональный проект «Марафон добрых дел». Принять участие в благородном флешмобе откликнулись государственные деятели, госорганы, некоммерческие организации. Также в марафоне приняли участие мелкие и крупные волонтерские организации Павлодарской области. Региональный фронт-офис волонтеров в Брыде в целях поддержки многодетных семей города Павлодар была оказана помощь в виде предоставления детской мебели, то есть это детские кровати, матрасы, постельные наборы, а также круглые столы. В общем, было охвачено 15 семей. Мы провели акцию «Мамина улыбка», где организовали для женщин, находящихся кризисной ситуации, материальную помощь с продуктами питания и денежной суммой. Помимо этого, в организации проводят тренинги для женщин для выработки лидерских качеств, построению коммуникаций, снятию психологического напряжения. Руководитель общественного объединения «Умыт Узбеу» призвала всех жителей нашей области не забывать о нравственном долге перед обществом и традициях взаимопомощи. Раиса Моргунова, ЕРТС Акпарат.